Старшеклассник из Советского ответит за выбор профессии наркодилера. Школьника задержали с поличным. При досмотре правоохранители обнаружили у него пакеты 10 свертков, в которых было около 20 граммов вещества. После полицейские нашли 27 закладок, разложенных на территории Советского. Экспертиза показала, что молодой человек распространял мефедрон. Общий вес изъятого около 70 граммов, что квалифицируется как крупный размер. Оперативникам школьник рассказал, что за распространение наркотиков в соцсетях ему обещали крупную сумму. Теперь ему может грозить до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 000 000 рублей. Как сообщает полиция Югры, на данный момент молодой человек находится под домашним арестом.